В Заречном приостанавливается работа ярмарок выходного дня. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но в ближайшую субботу у горожан еще будет возможность приобрести полюбившиеся фермерские продукты. Принято решение, что в эту субботу, завтра, 29 января, мы проведем ярмарку, после чего проведение ярмарок приостанавливается. В эту субботу пройдет все как обычно. Продавцы уже нам позвонили, они готовы, они приедут. Но я все-таки обращаюсь к нашим горожанам и прошу без какой-то острой необходимости, учитывая то, что сейчас идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, не посещать ярмарку. Решение о приостановлении работы ярмарок выходного дня принято для того, чтобы минимизировать возможность заражения горожан коронавирусной инфекцией. Ведь для участия в уличной торговле в Заречный приезжают продавцы из разных районов Пензенской области. Все-таки в магазинах мы этого добиваемся от администраторов магазинов, чтобы они контролировали человеческие потоки, концентрацию людей в магазинах, чтобы они как-то социальную дистанцию отслеживали и призывали людей к маскам, и к дистанцированию на улице. А тем более надо понимать, что у нас место такое не специально оборудованное для торговли, а достаточно плотно стоят продавцы, достаточно большие массы людей, в общем-то, очень плотно контактируют. Возобновление сезона уличной торговли пока отложено на неопределенный срок. Ярмарки выходного дня вновь заработают при улучшении эпидемиологической ситуации. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».